Привет, меня зовут Норта на канале Rocket Play. Сегодня мы с тобой продолжаем разгадывать загадку в игре Суперход. Продолжаем сражаться с крашенными человечками. Тяжелый день. Ну да, кейс нестись боблом, тяжелый день. Эх, ты ж падла, зацепил. Почти получилось. Да блин, как ты так быстро делаешь? Я аж в стенку провалился куда-то. Тяжелый день. Ты уволен? Да мне пофиг. А я двоих ляснул? Хорош! Блин, засильно. Но попал. Но я уволен. То есть буянить можно, пофигу. На, в щи. А присесть нельзя! Зажал он меня, гад. Хорош, аж звук отключился. Ух, попал, что ли? Кажется, сзади есть помещение. Да блин. То есть, в принципе, я сзади могу попробовать обойти. О, не могу. Вообще не могу. И почему я не попал-то опять по нему? Но они не идут ко мне. Я место нашел, куда они не идут, они боятся. Так, там ружье. Еще ружье, еще рация. Никого вообще. Лифт. Что-то похожее. Куча чемоданов. Дверь. Нет. Нет. То есть тут я всех мочканул, я иду дальше. И 100 лет. Нет! А что делать-то мне? В смысле? Зеркало, в которое не видно ни хрена. А где кто остался-то живой? Я ничего не понял. Но очень интересно. Никого живых не осталось, алло. Я что, игру сломал опять, что ли? Не, она так не разбивается. И так не разбивается. Нет. А что тогда? Я реально не понимаю. Что тогда так делать-то мне? Почему зависло? Что не так с игрой? Дюрер не понимаю, что делать. А, стреляет. А в смысле один патрон? Это пистолет был. Не, пофиг. Вентилятор работает хорошо. Твою налево. Вот в чем фишка оказалась. А, офигеть, что творится. То есть они там просто остались, ясно.
Я нашел место, где я могу прятаться. Да, ёперный театр. Спасибо, красиво пистолет летит. Их, и опять я прям под пулю. Ну, что ты будешь делать? Ну, уже не простые комнаты, пошли, уже интересно довольно. А, блин, я не попал! Блин, а как красиво было, получалось, да? А, вообще эпик какой-то просто. Ясно. То есть от дробовика я не убегаю совсем. Попробовал последовательность поменять. Не получилось. И опять я прям пули бегу. Ё-моё. Хорош. А в смысле он по мне попал? Я же успел нажать. Почему я от одного удара умираю, а не только от трех? Так несправедливо. Да, блин. Ну так же красиво получается. Что ты будешь делать? Ё-моё. Да бери, блин, не взял почему-то. О-о-о. Блин. Мне казалось, она мимо пролетает. Не всегда получается ровно отследить траекторию. Кажется, что она летит рядом, и ты успеваешь. Получается, что нет. Получается, что ты квадратиком таким ходишь, а они почему-то худее тебя. Нет. Ладно. Где чувак? Блин. Блин! И некуда. Жесть. Офигеть, ну я почти добежал, я думал, я ему в щи дам. То есть сюда, в принципе, нереально бежать в эту сторону. Так, неплохо. Эх ты, он все равно по мне попал, ну ты посмотри, а. Блин, мне казалось, что я убегаю. Ну, сейчас хорошо.
Yes. Да, блин, откуда ты здесь-то взялся? Что ты будешь делать? Сложная комната. Вот это прям реально сложная. Слишком много у них оружия. Хорош. Это прям реально халява, сэр, называется. А также эпично получилось опять. Каждый раз, когда получается довольно эпично, каждый раз вот я в такие заварушки встреваю, когда меня в маленькой комнате в каком-то небольшом пространстве зажимают. И именно поэтому я ничего не могу сделать. Так, хорош. Напряжная комната. Напряжная, прям напряжная комната. Неразгадна загадка, да? Пошли дальше суперхотить. Началось, походу. Походу началось. Походу нас научили. Что это за... Не буду говорить, что. А это мозг. Мозг, который находится в... Теперь ты наш инструмент. Мы используем тебя, чтобы уничтожить врага изнутри. И она скрылась. А, тебе что-то непонятно? Да, блин, мне все непонятно. Спасибо, я прочитал. За работу. Пустой голове не прикладывает, я в наушниках. Последний звонок. Алло? Воу! А реально последний бог. Так, это не очень сложно. Просто откуда будет дальше? Понятно. Да в смысле? А, ну я прятаться могу. Все что ли? Уай! Это несложно. Что дальше-то? Ну а еще в одну сбегаем. Комнатку с боссами, повторяй за мной. Разум — это программа. Печатайте. Пошел в жопу. И все? Вжух. Выдвигайся. Я ж не видел, что у него... Воу! Нет, это нереально. Я же не видел, что у него летит ружье. Себя видел. Я поймал. А-а-а! Серьезно? Моя остановка. Вон о чем, Михалыч. Да стреляй!
Ой. А я с поезда упал. Я поезднулся немножечко. Ну это все, это гамовер, это ГГ. Нет, она так и по мне попала, а было красиво. Почему выстрелить себя, понять не могу. Что вот это было непонятно, ну да ладно. Твой билет. Блин! Я думал, мне на коне... Неч! Ну йоу! Твою налево, а? Кажется, это непросто. А. За много упал. Ёлка, интересная игра. Ну падаю, заметьте, падаю я быстро. То, что я падаю, я очень быстро. Например, меня летит. Я могу вот так вот мышкой ворочать. Как? Ты видел, да? Через стенку. Как, блин? Ну скорее стреляй ты, мать твою. Блин, я застрял, я не успел. Я думал, я успею пройти чуть вперед и свернуть. Не успел. Обидно. Ну как это? Я еще и того не убил почему-то. Что за бред? Ай! Не успел! Сложная серия получается. Да в смысле? Двоих сразу. Хорош. Да в смысле? Шага не хватило, шага не хватило до оружия. Так. Опять двоих, хорош. Комбо, мать его. Да блин, опять смотри, вот опять полшага мне не хватило, чтобы спрятаться. То есть это не вариант, нам все-таки к ним бежать. Но стрелять вот так вариант, потому что я реально двоих убиваю. Сейчас не получилось. Ладно, может быть так, двоих. Да, действительно. Ну давай скорей.
А, все-таки? Фу. Напряжная была серия. Напряжная, но очень интересная, блин. Все, загадка разгадана, судя по всему. Давай на этом сегодня закончим. Спасибо тебе большое, что смотрел или смотрела. Подпишись, поставь лайк, напиши какой-нибудь комментарий обязательно. Нажимай на колокольчик, если не сложно, вот лайк, дизлайк, ссылочка, поделиться, поделись. Обязательно напиши комментарий, обязательно не забывай. Также в описании у нас есть ссылочки и на все плейлисты, и ссылочки на все соцсети, и ссылочка на группу ВКонтакте, где ты можешь все узнавать. А скоро появится и телега. Всего хорошего, пока. Пока.